Открытие встречи глав делегаций состоялось 5 апреля в Казани. Участие в мероприятии приняли президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, президент Международной федерации студенческого спорта ФИСУ Клод Луи Гален, первый вице-президент ФИСУ, глава Российского студенческого спортивного союза Олег Матыцын, министр по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана Рафис Бурганов, мэр Казани Ильсур Медшин, генеральный директор исполнительной дирекции «Казань-2013» Владимир Леонов и более 120 представителей стран-участниц игр. Заседание открыл Клод Луи Гален. В ходе своего выступления президент ФИСУ высоко оценил подготовку Казани к проведению 27-й Всемирной летней универсиады, отметив, что город практически готов к приему игр. «Мы видели новый строящийся футбольный стадион, где пройдет церемония открытия универсиады. Он еще не готов, но он прекрасен, уникален. Поэтому я уверен, что церемония открытия будет величайшей. Что касается дворца водных видов спорта, он абсолютно готов к проведению соревнований. Этот объект – лучшее, что я видел в своей жизни». Рустам Миниханов, в свою очередь, подчеркнул значимость проведения универсиады для всей страны. Президент доложил о готовности уникальных спортивных сооружений к соревнованиям, а также остановился на деревне универсиады, которая была построена согласно олимпийским стандартам. Наша задача – провести игры на уровне самых высоких международных стандартов. Для этого проделана колоссальная работа по всем направлениям деятельности. Спортивная инфраструктура, созданная к универсиаде, является одной из лучших в нашей стране. На объектах уже проводятся российские и международные соревнования. На их базе созданы спортивные школы, работают опытные тренеры. В них уже занимаются спортом жители нашей столицы. Универсиада дала мощный толчок развитию студенческого спорта, позволила поднять его на качественно новый уровень. Приветственные слова министра спорта России Виталий Мутко зачитала его заместитель Наталья Паршикова. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что подготовлена уникальная спортивная инфраструктура, которая позволит лучшим представителям молодежи максимально реализовать свой спортивный потенциал. Мы искренне верим, что универсиада будет способствовать интеграции студенчества всех стран мира в международное спортивное сообщество, а также укрепление дружеских отношений между странами во имя мира и процветания нашей планеты. Продолжая заседание, Олег Матыцын отметил, что универсиада, еще не начавшись, дала огромный импульс развитию студенческого спорта в России. В завершении встречи была представлена презентация 27-й Всемирной летней универсиады. Провел ее генеральный директор исполнительной дирекции «Казань-2013» Владимир Леонов. Он подробно остановился на вопросах аккредитации, безвизового въезда, транспортного медицинского сервиса и других организационных вопросах. Ирина Егоренко, Камиль Исмаилов, специально для «Казань-2013.ру».